Уже по экипировке видно, что эти лыжники – профессионалы. Григорий Русаков в спорте больше 30 лет. На Чистоозерской трассе дистанцию в 3 километра прошел легко, на золото. За плечами у Григория Ивановича не одно всероссийское состязание. Ну, если посмотреть вокруг, уже понятно, что это праздник. Праздник лыжного спорта. Отличная погода сегодня. Настроение у всех хорошее. И мы из Кугана приехали столько километров для того, чтобы поддержать начинание. Хорошее начинание в развитии спорта. Рядом с титулованными профессионалами – будущая надежда России. Настя Овчинникова на высшую ступеньку пьедестала встает уже в третий раз. Молодой лыжнице не на шутку пророчит карьеру знаменитой биатлонистки Магдалены Нойнер. Чистоозерский стадион – мой второй дом, шутит Настя. Здесь созданы все условия для занятий спортом. Всегда на стадионе у нас первый год был. Мы на озере катались, потом на болоте были. А сейчас вот на стадион мы переехали, и вот второй год уже подряд на стадионе мы лыжню хорошую делаем. В течение 3 часов борьба шла не за медали, а за здоровый образ жизни. 210 лыжников от 7 до 70 лет преодолели различные дистанции – от 800 метров до 5 километров. Веселый спортивный выходной в истории Чистоозерского района стал уже традиционным праздником, как красный день календаря. Оксана Савакова, Ирина Марфицына, Ян Мосин, Александр Немков, телекомпания «Регион 45».